Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. На реках Тувы наблюдается повышение уровня воды. 17 июля, по данным Туинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выпадением обильных осадков, уровень воды в реках Тувы за сутки поднялся в среднем на 8 сантиметров. Больше всего на 14 сантиметров поднялась вода на Малом Енисее. В настоящий момент уровень воды на Малом Енисее составляет 2 метра 76 сантиметров, при критическом уровне 4 метра 35 сантиметров. По прогнозу синоптиков, небольшие и умеренные дожди будут идти в течение этой недели. В целях оперативного реагирования для сил постоянной готовности региональным МЧС и подчиненными подразделениями введен режим ЧС. Организовано проведение регулярных замеров уровня воды. В целях предупреждения ведомство просит граждан соблюдать все меры безопасного пребывания вблизи водных объектов, переезда по мостам, не переезжать вброд реки. Главам муниципальных образований необходимо проинформировать и предупредить население о неблагоприятной метеорологической обстановке. Министерством дорожно-транспортного комплекса региона продолжается изучение аварийных участков, где пострадали от обильных дождей дороги, нацелен фронт работ и необходимые силы и средства. Необходимая для срочного устранения последствий дорожная спецтехника и специалисты направлены на размытые участки автомобильной дороги Хандагайты-Мугуроксы. В случае чрезвычайной необходимости будет задействован воздушный транспорт Тува-Авиа. Учитывая, что автодорога Хандагайты-Мугуроксы является важной артерией, дорожники работают в круглосуточном режиме. В настоящее время составлен перечень поврежденных участков дорог, произведен расчет необходимых видов работ и средств. Аварийно-восстановительные работы будут вестись в соответствии с установленными сроками. Житель Верхнеусинска пытался забрать с собой 2 бидона соленой воды с озера Дусхоль. На дороге Кызыл-Эрзин для проверки документов инспекторами ДПС был остановлен Nissan Atlas. Транспортным средством управлял 27-летний житель села Верхнеусинское Красноярского края. При осмотре в салоне машины были обнаружены 2 больших бидона, наполненные соленой водой озера Дусхоль, которая признана особо охраняемой природной территорией. Из его объяснения следует, что воду набрал для использования в домашних условиях. Данному гражданину грозит административная ответственность, нарушение правил охраны и использование природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. И это не первый случай. 8 июля гости республики также пытались вывести грязь с озера. Также напомним, в минувшие дни в сеть попала фотография. Машина заехала на само озеро. Полицейским удалось установить водителя данного авто. Им оказалась 44-летняя кызылчанка. В своем объяснении женщина пояснила, что хотела переставить машину поближе к палатке, но, перепутав педали, заехала в озеро. Материалы проверки в отношении автолюбительницы направлены в Министерство природных ресурсов и экологии республики для привлечения ее к административной ответственности. Студенческий отряд Тувинского государственного университета ДУЗа в числе группы молодежь ОНФ отправились в поселок Соляной Тайшетского района. Команды сразу приступили к разгрузке фуры со строительными материалами, восстановительным работам и провели подворовый обход жителей, чтобы выяснить, какая помощь необходима. В первый же день волонтерами из Тувы выполнен немалый объем работы. Поговорив с главой администрации поселка Соляная и местными жителями, они узнали, кому в первую очередь следует помогать. Команды сформированы в Красноярском крае, республиках Тува, Хакасия и Бурятия, а также в Иркутске. Они отправились в населенные пункты Иркутской области, которые наиболее пострадали от наводнения – Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском районах. Ребята помогают разбирать завалы, восстанавливать объекты инфраструктуры, оказывают адресную помощь пострадавшим. Всего в Иркутской области работают более 120 активистов Народного фронта. Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие виды коммерческой деятельности можно вести в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает издательство «Российская газета». Жилищный кодекс разрешает вести в жилом многоквартирном доме профессиональную или индивидуальную предпринимательскую деятельность, но при этом работа магазина, салона или офиса не должна мешать другим жильцам. Так же, как и не должна приводить к нарушению санитарных норм и правил техники безопасности, наносить ущерб инженерному оборудованию или конструкции здания. Вести бизнес в домашних условиях имеют право физические лица, зарегистрировавшиеся как индивидуальные
индивидуальные предприниматели или самозанятые. Часто дом и работу таким образом совмещают репетиторы, переводчики, юристы, бухгалтера, программисты, веб-дизайнеры, портные и так далее. Кроме того, в некоторых квартирах жилых домов все еще действуют малые средства размещения, мини-гостиницы и хостелы. Но, как напоминает эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко, с 1 октября мини-отели и хостелы можно будет организовывать только в нежилом фонде. И о курсах валют на сегодня. Доллар стоит 62 рубля 82 копейки, евро 70 рублей 67 копеек. Авюрский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении трех жителей села Хайрекан Зункемчикского района. Мужчины в возрасте от 21 года до 36 лет признаны виновными в покушении на кражу. Следствием и судом установлено, что 7 августа прошлого года подсудимые находились на заброшенной чабанской стоянке в местечке Чоза Авюрского района. В этот момент на пастбище, расположенном в 500 метрах, они увидели пасущийся без присмотра табун лошадей. После этого, обговорив план действий, они втроем приехали верхом на лошадях на вышеуказанное пастбище и украли 8 голов лошадей. Далее перегнали их в сторону перевала. В это время владелец данного скота, увидев воров, задержал их и передал сотрудникам полиции. С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил одного к 1 году 9 месяцам лишения свободы, второго к 1 году 8 месяцам лишения свободы, а третьего к 1 году 8 месяцам условно с испытательным сроком 2 года. Определены победители конкурса на присуждение премии в текущем году за достижения в педагогической деятельности. Конкурсной комиссией при Министерстве образования и науки региона определены победители конкурса на присуждение премии за достижения в педагогической деятельности. Победителями конкурса стали 5 учителей из различных общеобразовательных учреждений республики. Победители конкурса получат дипломы Министерства просвещения России и премии в размере 200 тысяч рублей из федерального бюджета. С 7 по 10 июля в Байтайгинском районе Тувы работала экспедиционная группа по изучению аржана в Байтайги под руководством директора научно-исследовательского института медико-социальных проблем республики Каракыс Аракча. В составе группы исследователей из Института земной коры РАН Иркутска и из Национального института Томского политехнического университета. Группа изучила ранее неизученные труднодоступные аржаны Карадыт и Шиндазен на территории села Байтал, а также минеральные источники Элезиникхову в селе Байтал и Дагбары в селе Тели. Результаты исследований будут готовы через полгода. Кроме того, Каракыс Аракча с коллегами поддержали инициативу администрации района по созданию на Аржане Шевелик санаторно-курортного комплекса Шевелик на основе радоновых минеральных вод. Был проведен телефонный селектор с Томским НИИ
курортологии и физиотерапии по вопросу создания паспорта будущего санаторно-курортного комплекса. Ученые также встретились с представителями малого бизнеса по вопросу развития лечебного оздоровительного туризма на Аржанах, Дустукхем и Дытык-Доргун, села Шуй. Договорились о совместном сотрудничестве. Министерство культуры Тувы объявляет конкурсный отбор заявок от некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере культуры на получение грантов главы председателя правительства Республики Тыва в области культуры и искусства для реализации творческих проектов по следующим направлениям: изобразительного искусства, архивного дела, музыкального искусства, хореографического искусства, театрального и циркового искусства, кино, музейного дела, библиотечного дела, народного творчества, художественных промыслов и ремесел, образования и научных исследований в сфере культуры и искусства. Заявки принимаются с 15 июля по 15 августа. Завершился прием заявок на участие в международном фестивале «Хоумэй» в Центре Азии. Уникальное событие для любителей горлового пения пройдет с 16 по 19 августа в Кызыле. Фестиваль примет гостей и участников из России, США, Японии, Франции, Финляндии, Монголии и Китая. Конкурсная программа, в которой участвуют коллективы и солисты, пройдет на двух площадках. В Центре развития тувинской традиционной культуры и ремесел и в Национальном театре. Концерт зарубежных гостей состоится 18 августа на сцене Национального театра. Главный приз фестиваля будет вручен победителям 19 августа на площади Арата. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах. От Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Переплата по займам? Такая маленькая. Совсем малышка. «Отличные наличные». Ну, очень маленькая переплата по займам. По республике переменная облачность, ночью местами небольшие умеренные дожди. В отдельных районах сильные дожди, грозы, град. Днем местами небольшие и умеренные дожди, грозы и град. В Кызыле переменная облачность, ночью умеренный дождь, гроза, возможен град. Днем небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16 градусов. Днем плюс 26, плюс 28 градусов. Переплата по займам? Такая маленькая. Совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам.